Все ближе к победе. В Щелково стартовал автопробег автоклуба «Бравис». Никто не забыт, ничто не забыто. Участники возложат венки в местах крупнейших сражений советской армии с фашистами. Мероприятие проводится при поддержке районной администрации и общественной палаты. Это первый автопробег, который у нас проходит в канун празднования Дня Великой Победы. Замечательная общественная инициатива внедорожного клуба «Браверс», которые занимаются техническими видами спорта. Щелково, Воронеж, Волгоград. По такому маршруту пройдет автоколонна. Мероприятие началось с церемонии почтения памяти павших участников Великой Отечественной войны у Аллеи памяти. К вечному огню возложили цветы. И взрослые, и дети. Из Щелково стартовало 7 машин. По дороге к колонне присоединятся еще 3. Всего около 30 человек. Среди них члены автоклуба и те, кто просто захотел вместе с ними принять участие. Война коснулась всех. По местам боевой славы Вячеслав Игнатьев отправляется с женой и дочерью. Его дед был ранен в Сталинградском бою в ноябре 1942 года. Инвалидом отправлен служить в тяжелые условия, стрелком под Мурманск. Теперь семья считает своим долгом отдать дань уважения всем погибшим. Как я прочитал из сайта «Подвиг народа», они там по 30 часов без сна и отдыха разгружали, стоя в ледяной воде, суда парусные, для того, чтобы обеспечить наступление наших войск. Так что вот я решил, давно мечтал и решил, раз так совпало, значит совпало. Это как раз тот случай. Маршрут участников пройдет через Воронеж. Там возложат венки к памятнику славы. Конечный пункт – город Волгоград. Участники планируют посетить Мамаев курган и 5 мая вернуться обратно. Всего автоколонна пройдет путь 1100 километров. Марина Позднякова, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».